Всем здорово, ребята. Ну что, мы на аккаунте Андрюхи, АС Сервер, Асгард, Гильдия. И сегодня я решил дособирать нового героя, посмотреть на него в действии. Можно было, в принципе, это и вчера сделать, но я особо не спешил, так как занят был немножко другими вещами. В общем, влепили по лайку, поехали, посмотрим. Чё это за чудо-юдо нам добавили? Я еще даже толком не смотрел. Сейчас единственное, нам надо будет вытащить его. Здесь у нас 184 осколка. Сейчас посмотрим, хватит ли нам пыльцы. Ну, в принципе, 300 есть. Сейчас попробуем добить механоид. Сейчас я перенесусь немножко, как обычно, в другую сторону. Там. 195. Let's go, baby. Ну, конечно, нам хватит добить его. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Добиваем все до максималочки. Блин, привычка. Очень хреновая привычка. О, карту вытащили, нифига себе. Жестко. Здесь, считайте, за 200 с чем-то пальцем мы затащили карту, что ли? Офигеть. Прикольно. Так, забрали эти плюхи, получить все. Еще такое вот накопление нам пришло. Так. Кстати, есть новая акция, создающая машина. Поехали, посмотрим. Чик. Кастл сейчас 5 штук. Дополнение Камикроки. Ну, такое себе. Так, 1 плюс 1. Больше тут такого ничего интересного нету. Окей. Забираем плюшечки. Но видите, здесь тайм-машин сразу же прилетела. Ваши подарки. Вот одна донатная карта. Ну, давайте ее откроем. Посмотрим, что вылетит. Бардик. Блин, круто. Я уже жалею, что я вчера не забрал. Ай, блин, хлама сейчас натащу. Что у себя не забрал вчера? Так, два сундучка, нифига себе. Берс. Неплохо, я вам скажу, за 300 пыльцы нам нападало. Ну, наша основная воодушка, 10-я. Наша основная цель с вами. Так, львица. Неплохо падает. Посмотреть на нового героя. В общем, поехали. Фанатик. 204 осколка. Отлично. Еще и колдун есть. Еще один. Так, герой. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Максимум доступных мест. Поехали кого-то. Кого-то Андрюхе сольем. Я его прокачаю. Вот сейчас сделаем первое знакомство. Так. Кого тут можно слить? Ну, походу, Ронина будем сливать. Сейчас любого Ронина сольем. Так. Войти. Где-то должен быть Ронин. Я надеюсь. 14-м скиллом. Реально будет прикольненько, если у него все с 15-м. И мы никого не сольем, и мы не потестируем его. Это будет трэш. Да ладно. Бля, что, реально? Да ладно. Я не понял, он что, докачал всех Ронинов? Блин, ну теперь походу мы никак не потестируем. 123. Ну реально тут
Просто нифига не сделаешь. А, сейчас еще чекнем, может по питомцам можно будет кому-то. Но по героям то 100% не поехали в питомник. Так, летучая мышь. Не, нифига, вообще без вариантов, ребят. Самый офигенный тест на моем канале. Двадцать третий. Панчбокса надо 10 штук. Вдышка, дрога. Все, короче, писец. Я не знаю, но вариант либо питомец был, больше вариантов, в принципе, никаких нет. Поехали, сейчас посмотрим пэтов. Хотя, может, вот здесь донатные питомцы. Здесь обычные. Панчбоксов мы не натащим однозначно. У него нету этих. 30. Какие у нас еще есть варианты? Ну, героя мы не сольем однозначно уже. У него все с 15-ми. Где это он? Всегда у него был один, а это писец. Это писец, ребята! Ну все 15-е, смотрите. Все тупо 15-е. Вариант еще какой есть, но карта богатства здесь как вариант. Карта богатства, сейчас еще чекну по акциям, может где-то есть в этом добыча пирата. Нам надо питомцев подкачать, либо вариант только один, чтобы посмотреть, это посмотреть питомцев. Тут питомцев у нас нет. Ну, на Айсе это проблема. Они нифига не сделали с питомцами. Да, варианта просто нет. Огника получили. Нифига себе. Нормально тогда. Так, тут у нас тоже питомцев нету. Видите, зато окника получили с одной тычки. За один клик. Просто тупо за один клик сразу выпал окник. Это, конечно, круто. Создающая машина. Здесь питомцев тоже нет. Спецпредложение. Но тут нифига нету. Не знаю, вариантов реально я не вижу. Единственный варик — это чисто пэты. И то мы их вряд ли прокачаем. Но единственное, еще может с карты можно будет получить. Других вариантов просто нет. В общем, будем ждать места, не знаю, потом потестируем. Собрать, в принципе, мы собрали. А вот посмотреть на него сможем делать это попозже. Поэтому влепили лайк за то, что мы вытащили нового героя, но не потестировали его. Я думаю, я это сделаю. Я с питомцами разберемся. В принципе, тут по питомцам пара питомцев. Ну, опять же, здесь нету возможности где-то получить дополнительно там эти яйца, да, как на других серваках. То есть вот это вот самый большой минус Айса. Здесь питомцы очень страдают. Но вариантов просто никаких нет. Единственное, что нам подфартить, вытащить отсюда сумку. И потом залететь сюда и прокачать
питомца. Рудик у нас не будет, этот вертушку не прокачаем, дрога тоже не вариант. Ледышка, блин, мы не набьем столько, 23-й. Я не знаю, столько не выходит. Панчбокс, единственный вариант, 10 штук. Феник. Но их неоткуда получить. Просто тупо нет откуда получить. Улучшить навык мы не можем. Этих дофигища надо. Слона тоже дофига надо. Короче, писец. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Будем ждать прихода. О, Феникс, Феникс, смотрите, 6 Феникса надо. Авиар. Но вариант это Феникса достать. 6 Феникса. Ну что, попробуем? Ну, вряд ли мы столько вытащим. У нас все-таки 5 яиц. Один есть. Да, тут без варика, мне кажется. Просто тупо без. 2. Знаете, именно тот шанс, когда все зависит. 3-4, нифига себе. Ну, блин, отсюда бы упало сейчас еще 2, но у нас еще одно. Если отсюда один падает, отлично. Ребята, у нас шанс очень и очень. Офигеть, 2 фиолетовых яйца. Ну, отсюда по-любому должен Феникс упасть. Отлично. Смотрите, каким темпом мы просто сейчас, просто, это просто трэш, ребят. Улучшить навык, ну, сливаем. Да, любого Ронина можно сливать, который свободный. И открываем нового героя. Я так еще реально, я так никогда не вытаскивал, не открывал новых героев. Но все бывает. Это просто, просто трэш, ребят. Так, поехали. Герой. Ставим, смотрим. Сейчас посмотрим действие, почитаем его скилл. Что он может. И буду потом уже попозже прокачивать его. Так. Наносит урон в размере 200 от атаки всем вражеским целям поблизости, увеличивает скорость атаки героя на 15 и крит шанс на 8. Герой также каждую секунду восстанавливает здоровье в течение 10 секунд. Отражает урон, как Асура отражает, иммунитет к оглушению, замораженное каменение, обездвиженное от молчанки нету. Чистый урон. Ну, такое себе, не знаю. Давайте его затестируем. В обычной подземке. Посмотрим хотя бы, что это такое. На первый взгляд. Ух ты, с каким мечом он бегает. Да ты что? Ближнего боя. Дамаг зональный. Интересно. Ну, такое первое впечатление, честно скажу. Не очень понятно. Скорость набора маленькая. Ну, хилит себя, это плюс, конечно же. Ну, что-то для донатного героя, не знаю, как по мне, что-то не то. Лучше бы дракона какого-то выпустили. Ну, в общем, не знаю, пишите в комментах, что вы думаете по поводу, смотрите, вот дамаг пошел. Зона действия, конечно, прикольная, но кулдаун очень большой. Читаем еще раз его скилл. Урон в размере 200 атаки вражеским целям поблизости. И здоровье в течение 10 секунд, кулдаун 14, очень большой кулдаун. Скорость атаки, шанс крита. А ну-ка посмотрим, что на 15-м. Ну, не знаю. В общем, ждите видосик с прокачкой. Ставьте лайк за старания. Всем удачи. Всем пока.